Ох, черт. Фух, оторвался. Надо, пожалуй, попить газировки, а то весь рот сухой. А, черт, опять? Сэр, прижмитесь к обочине. Фух, вроде оторвался. Надо газировку попить. Блин, все-таки до... $50 и отправить вас в изолятор на 15 суток. Штраф? Сэр, садитесь в мою машину, и мы составим протокол. Хорошо. Я никуда не пойду, менты! Слушай, парень, у меня для тебя есть задание. Тебе надо поехать в Сэп-Сити и убить тех байкеров. Они конкретно меня заебали. Хорошо, скоро будет сделано. Так, значит, ты забираешь подставку как и на что, блядь? Так, пора. Прям. Надо быстренько отправиться в Лос-Сантос. Скрыться там. Так, блядь, стоять, он убил, блядь, я тебя убью. Ну что ж, вот я в Лос-Сантосе, думаю, прикольная одежда. Так, надо, пожалуй, же выходить из магазина. Дело.